Ну что, поедем на корабле? Вот на этом кораблике мы сейчас поедем. Поплывем. Уже на корабле. Здесь тоже карта. Полтора часа прогулка по морю. Какое первое место? Где мы сейчас? Наверное. Ну что, поплыли уже? Да. Все, мотор завелся, и мы уже отчаливаем. Ох, какой большой корабль с этой стороны. Люди прыгают с этого. Как это называется? Головой вниз. Далеко отъехали от города, да. Берег совсем рядом. Это Хельсинки. Это военный корабль огромный. Смотрите, там пушки. Настоящие пушки. Красиво, да? Так вот мы едем. Это ледокулы. 4 или 5 ледокулов, которые зимой успевают люди. Ну, чтобы не было льда. Да, чтобы корабли могли ходить без препятствий. Да. Вот они где, да. Вот эти вот, да. Это они ледокулы называются. Большие вот эти вот. Видишь, большие. Рядышком стоят. Они разбивают лед. Да, вот сейчас как раз про зоопарк рассказывают.
Это Куркиасари, зоопарк называется, на острове. Вот мы видим только часть зоопарка. Зеленый остров, да? Да. Там видно вот для птиц, наверное, да? Прям сетка видна. Целый остров зоопарка. Ага. А здесь уже сразу город. Как близко, да? Кажется, близко, а на самом деле от нас этот зоопарк очень далеко. Rannassa sijaitseva halkolaituri oli aikanaan puutavaran tuotisota. Tänä päivänä laituri on vanhojen puualusten tuotisota. Такой, как старинный корабль, да, выглядит? Классно. Здания красивые. А ему можно? Я не знаю, надо смотреть возраст. С какого возраста там? Вот церковь. Красивая церковь. Это тоже какие-то яхты, да? Наверное, быстрые. Так выглядят. Класс. Быстрые яхты. And the largest Orthodox church in all Western Europe. The church cupolas are covered with 22-carat gold. Видите красные кораблики? Rannassa oleva matala mustakupolinen rakennus is the Katajanokka Casino. This was originally built for the Russian Marine officers in 1913, but it is now owned by the Finnish officers here. There's a popular restaurant in the building.
Не балуйтесь, детки. Мы уже почти причаливаем. Где мы сейчас? Покажите по карте. Где мы сейчас? Кто знает? Вот мы зоопарк проезжали. Остров зоопарка проплыли, теперь мы вот здесь вот. И теперь мы, получается, поворачиваем, да? И все. Что тут осталось, детки? Это, наверное, какой-то завод. Похоже, да, с трубами. Такой завод. И высокие-высокие три дома. Небоскребы. Ну, их так называют, из-за того, что они высокие. В Хельсинки в центре города нет высоких домов. А вот похожий на наш кораблик плывет. Да? Похож? Такой же, как у нас. Он же не один. Один приходит, другой уходит. Этот, наверное, только сейчас поплыл. Да? Такой же, как на котором мы плывем. Как будто мы в зеркало смотримся. Вот мы на таком кораблике плывем. А, ну и снова этот курки осари. Да? С другой стороны сейчас прикрываем. С той же стороны, точнее, мы развернулись. Все то же самое. Вот как раз кораблик на зоопарк идет. Плывет. Плывет к зоопарку, к острову. Это вот который мы видели, как мельница работает, да? А что там в небе было? Ой, такая маленькая точка. На вертолет не очень похоже. Может быть, правда, кто-то дрон запускает. На вертолет. Может, вертолет, конечно. Вот, и следом еще один кораблик. Такая здесь суетливая жизнь на море, да? Все плавают куда-то. Много кораблей, яхт. Даже не ожидала. Ой, какой сильный ветер здесь. Синяя лайн проехала. Поплыла. Швеция. И остров. Всю ночь будет ехать. И в Швеции. Но немедленно поплывут. Такой большой паром. Наступление. Ночь, какие-то развлечения. Да, там очень маленькие рядом кажутся корабли. Рядом с таким огромным паромом. И остров кажется маленьким. Вот этот остров даже кто-то плавает. Сейчас уже ветер поднялся сильный, да? Вот это порт. Да. Смотри, сейчас будет огромный корабль, огромный пароль. Вот он, уже лидер. Викинг Лайн. Вот, смотри, красный с белым. Видишь? Красный с белым. В Швецию. Не в Швейцарию, а в Швецию пойдет. Вот, смотри, красивый какой. Мы до этого, наверное, его и видели, который пришвартовывался. Арабелла, да, точно. Мы видели его в море, и теперь он уже вот здесь разгружается. Машины уже приедут. Уже буфы заезжают даже. Такой огромный, да, паром? И думаю, это еще не самый огромный паром, который есть. У нас есть еще и больше паромы.
наш кораблик такой маленький на фоне этого. Да, на фоне этого корабля. Ты хочешь на таком корабле, да? Да, этот кораблик поедет в Швецию. А вот мы уже скоро и причалим. Уже видим обзорное колесо, да? Амореллы, не арабеллы, а амореллы. Да, викинг лайн. А еще у имени есть, да, он прочитал. Николас, ну как путешествие тебе понравилось? Круто, да? Ну, для первого раза вообще супер, да? Еще один я. Ну, ты-то да, ты плавал, когда был поменьше, ты плавал с папой и с Эмили в Эстонию, да? А двойняшки-то никуда не плавали. Тебе понравилось, Элиас? Понравилось? Да, устал немножко, и холодно стало. Холодно стало немножко. Да. Хорошо мама кофточки взяла, тёплые, правда? И шапочки, ушки закрыть. Ну, он скучит на это колесо. Колесо обозрения, да? Как оно называется? И ты тоже хочешь? Да. Огромное колесо. Там разные кабинки, может быть, одна кабинка заменили просто. Она немножко другого цвета, да? Да, когда-нибудь обязательно, когда-нибудь. Да. Я хочу видеть. Какой корабль? Это Клио. Корабль Клио называется. А, я подумала Виола. Клио. Красивый, да? Красивее. Красивый выглядит. Клио. Что ты хочешь, в игровую комнату? Да. Тебе мало сейчас этой поездки? Хочешь еще в игровую комнату? Я хочу на ракете. И ты хочешь? Так а я хочу кажется. На ракете. И на ракете хочешь? Космос? Да. Я ставлю комнату. Да. Ну вот. Космос и игровая комната. Это уже знакомое, да, сооружение? Нет. Здесь мы были. Сейчас будет уже причаливать к берегу. Аккуратненько, да? Toivomme, että viihdyitte seurassamme ja toivotamme teidän tervetulleeksi toisenkin kerran. Tarvitamme mukavia pilvisristeilijä. Надеется, что нам все понравилось и что мы когда-нибудь еще сюда придем. Красивые волны, да? Это тоже кораблик, да. Вот. Финский флаг. На каждом кораблике есть флаг. На всяком фенука на чаку. Да. Сворачиваемся немножко и к берегу, да? Да. Ты устал, да? Ты решил занять все три места? Удобно? Ну вот и мы вышли с корабля. Классно было, да, детки?
держись, а то упадешь. Держись хорошо. Все, чуть не раздавили одного. Ну давай, ничего страшного. Элиас вообще спрятался. Я думаю, где же Элиас? Одна попа торчит. Где ты, Элиас? Элиас, ты где? Мама, знаешь, где? Ай, брызги летят. На этот раз фонтан работает. В прошлый раз он не работал. Радуга, да. Красивая радуга. Видно? Видно. О, падает. Видно радугу. Красиво. Вот такое морское путешествие у нас получилось. Всей семьей, всем очень понравилось. Очень много новых впечатлений. Детки в восторге. Столько разговоров о море и о кораблях. Все, всем очень понравилось. Всем спасибо за поддержку. Всем желаю здоровья, благополучия. Пусть все будет хорошо. Мира и добра вам. Всем спасибо. Всем пока.